Ребят, привет! Добро пожаловать на мой канал Future Lady. Новости из мира будущего здесь. Вы себе просто не представляете, куда я приехала. Это AIBC Summit. Лучшие представители из сферы блокчейна, искусственного интеллекта, а также квантовых технологий здесь. Пойдемте скорее смотреть. AIBC Summit впервые прошел в Дубае и, вопреки всем ожиданиям, собрал более 4500 гостей. Это современнейшее мероприятие объединило экспертов и ведущих специалистов из таких областей, как искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, цифровой маркетинг, криптовалюты и многое другое. Ссылки на двухдневные трансляции я оставлю в описании. Этот саммит буквально взорвал мой мозг. Такого драйва и накала страстей от прогрессивнейших людей мира Дубай не видел уже давно, а может быть и никогда. Целая армия визионеров, представляя свои проекты, говорила о том, что через несколько лет от старой экономической системы не останется и следа. Меняются правила взаимоотношения всего мира. И сводятся они к тому, что будущее мировое лидерство за тем государством, у которого окажется самый продвинутый искусственный интеллект, управляющий финансовыми системами. И даже если вы далеки от этой темы, не торопитесь переключать, поскольку эти перемены коснутся каждого из нас. Наверняка в последнее время уже все наслышаны новостями о росте и падении цен на биткоин, а также об Илоне Маске, который своими твитами буквально вводит в состояние агонии и транса криптоинвесторов. Кстати, на саммите этот вопрос тоже очень активно обсуждался не с самой позитивной стороны. Ну и спустя несколько дней хакерская группа Anonymous откровенно объявила Илону войну. As hard-working people have their dreams liquidated over your public temper tantrums, you continue to mock them with memes from one of your million-dollar mansions. You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match. We are Anonymous. We are Legion. Expect us. Что ж, на кону триллионы, и только одному богу известно, чем это все может закончиться. Мне же этот саммит открыл глаза на мир. В моем лексиконе появились такие слова, как DeFi, CBDC, DAO, NFT, смарт-контракты и токены. И я решила в следующих видео подробнее рассказать о каждом из них. Если говорить в целом, то основным вопросом этого саммита было регулирование крипторынка и некомпетентность государственных органов. То есть уже сейчас продвинутые бизнесмены с помощью новых технологий предпочитают обходить государственные структуры и совершать сделки без участия третьих лиц. В свою очередь, центробанки показывают несостоятельность в регулировании этого вопроса и теряют огромнейшие суммы денег. Поэтому, дабы остановить поток нерегулируемых операций, экономисты говорят о создании каким-то одним государством новой регулируемой диджитал-валюты, которая завоюет господство во всем мире. Уже сейчас очевидно, что наличные деньги доживают свой век, и в недалеком будущем каждый житель Земли будет иметь виртуальный кошелек, в котором будут храниться разные виды диджитал-валют. Это, несомненно, повлияет на ведение бизнеса и жизни в целом. Так что я вам настоятельно рекомендую уже сейчас осваивать эту тему. Не пожалеете.